Привет, друзья! Летний сезон, пора активного образа жизни, и современные технологии приходят в этом на помощь, внося разнообразие в отдых. Сегодня как раз о таких устройствах. Поговорим о сегвеях. Лучшие представители данных изобретений в сегодняшнем ролике, а лучшие предложения из данного видео у проверенных продавцов вы найдете в описании. Приятного просмотра! Xiaomi Ninebot Mini. Фирма Xiaomi выпускает достойную и стильную модель, которая является аналогом американской машины Segway. Модель отличается оригинальным внешним видом, превосходным качеством и доступной ценой. В комплект входит сама платформа с колесами, рулевая стойка, коробка с мелкими деталями и инструкция с гарантией. Производитель придерживается классического дизайна и выпускает Segway в двух вариантах – белый и черный. В своих отзывах покупатели отмечают отсутствие скрипа при передвижении, легкий и прочный материал конструкции, который покрыт антикоррозийным материалом, и противоударный корпус. На дисплее отображается информация о блокировке, статусе подключения и уровне зарядки аккумулятора. Segway очень легко моется, таким образом уход за ним не отнимает много сил. Особенного внимания заслуживают противоскользящие шины, которые устойчивы к проколам. Максимальная нагрузка составляет 85 кг, мощность 700 Вт. Из достоинств можно отметить долговечность, стильный внешний вид, наличие подсветки и Bluetooth, прочность изделия, а также защиту аккумулятора от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения. Icon Beat Smart Scooter S8. Данный Segway способен преодолеть 20 км без подзарядки и набирает скорость до 15 км в час. Вес в 13 кг вполне приемлем для взрослого человека или подростка. Устройство выдерживает до 120 кг. Покупатели в восторге от мощного мотора и емкой батареи, которая позволяет ездить на большие расстояния, не боясь разряда аккумулятора. Segway спокойно едет в гору и моментально реагирует на телодвижение. На пульте имеются 4 кнопки управления – блокировка, снятие с нее, сигнал и самобалансировка. Это оптимальный бюджетный вариант для прогулок в парке и хорошее средство передвижения, позволяющее без пробок добраться на работу или учебу. Из достоинств можно отметить высокую мощность, моментальную реакцию, наличие самобалансировки и доступную цену. Segway Bridgestar Eternal A8. Этот Segway с надувными колесами на 10 дюймов доступен для заказа с AliExpress в множестве интересных дизайнов. Он способен передвигаться со скоростью до 15 км в час. Новички быстро осваивают управление таким транспортом. Одного заряда ему хватает на 15-20 км. Здесь стоит аккумулятор Samsung емкостью 4400 мАч. Для зарядки ему требуется 2-3 часа. Segway неплохо справляется с неровностями грунтовой дороги или брусчатки, но лучшие результаты он показывает на ровной поверхности. Аппарат способен выдержать райдера весом до 120 кг. Высота ручки регулируется, поэтому модель подходит детям ростом от 120 см и взрослым до 200 см. Каркас крепкий и надежный, корпус сделан качественно. Bluetooth-модуль позволяет синхронизировать гироскутер со смартфоном и слушать музыку через встроенный динамик. Из достоинств стоит отметить удобство управления, красивый дизайн, высокую устойчивость и наличие колонки с функцией Bluetooth. Segway Dybot Electric Scooter. Если вам нужен гироскутер с лучшей проходимостью, тогда выбирайте Dybot. В отличие от других китайских 6-дюймовых ховербордов, это настоящий внедорожник с большими надувными колесами диаметром 10 дюймов. Шины имеют глубокий протектор, так что сцепление с дорогой отличное. Дорожный просвет составляет 12,5 см, что крайне неплохо. Транспорт оснащен двумя двигателями на 1200 Вт, регулируемой стойкой и удобной платформой. На нем можно прокатиться с ветерком. Максимальная скорость 20 км в час и нагрузка до 150 кг. Дальность хода без подзарядки зависит от веса райдера, стиля езды и внешней среды. Рекорд для такого Segway 40 км. Дождь, заставший в дороге, гироскутеру не страшен, он имеет влагозащиту IP54. В сети очень много положительных отзывов о приложении, который позволяет отрегулировать работу гироскутера под любого пользователя.
Из достоинств можно отметить отличную проходимость, высокую максимальную скорость, влагозащиту IP54 и обилие настроек. Segway Airville S8. Данный Segway представляет собой надежную модель с сиденьем, которая регулируется в зависимости от роста водителя и обеспечивает комфортную посадку. Стильный внешний вид придает машине изогнутая рама из прочного материала. Модель отличается долговечностью, а также наличием вентиляционных и водоотталкивающих свойств. Безопасность и комфорт достигаются благодаря продуманному алгоритму управления. Судя по отзывам покупателей, компактные размеры и небольшой вес позволяют легко транспортировать и хранить машину. Амортизирующие педали произведены из ударопрочной резины и обладают ярко выраженной текстурой. В комплекте также есть пульт дистанционного управления, действующий на расстоянии до 10 метров. Максимальный вес – 120 кг. Максимальная скорость – 18 км в час. Из достоинств можно отметить наличие фонарей указания поворотов, интересный дизайн, мощный аккумулятор, удобную систему управления, быструю реакцию, защиту от перенапряжения и замыкания, а также легкий вес. Это, пожалуй, лучшие представители из мира Segway'ев. Выбирайте в зависимости от своих нужд, потребностей и понятия о прекрасном. Так или иначе, они все хороши. Ссылки на лучшие предложения из данного видео у проверенных продавцов в описании под роликом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, будет интересно.